И криптовалютой все чаще звучит термин блокчейн. Считается, что эта технология способна стать настоящим прорывом в области финансов и защищенных баз данных. Тонкости этого относительно нового понятия будут в скором времени изучать на совместных курсах Высшей школы бизнеса и управления имени Беруни и Сеульского кибер-университета. Какую сферу затронет проект, партнеры обсудили на встрече в Ташкенте. 90% интернет-пользователей уже пересекались с таким термином, как блокчейн. Это технология, прорыв с очень масштабным влиянием. Она затронула не только сферу финансов, но и многие другие отрасли, в том числе образование. Внедрение блокчейна в это направление может в корне изменить саму систему, например, поспособствовать онлайн-обучению, отметили на встрече с представителями Сеульского кибер-университета. Диалог состоялся в Республиканской высшей школе бизнеса и управления при Национальном агентстве проектного управления при президенте Республики Узбекистан. Стороны обсудили механизмы реализации совместных курсов, а именно запуска первого в республике направления блокчейн по программе бакалавриата и дальнейшего запуска двух программ по направлениям блокчейн-технологий и компьютерной конвергенции. Необходимо отметить, основанный в 2000 году Сеульский кибер-университет является одним из ведущих южнокорейских вузов в сфере онлайн-образования. Я очень рад присутствовать здесь, чтобы обсудить академическое сотрудничество между Высшей школой бизнеса и управления и Сеульским кибер-университетом. Мы стараемся расширить наше партнерство со многими странами, и в частности с Узбекистаном, у которого тесные связи с Республикой Корея. Пользуясь возможностью, здесь мы можем поделиться своим опытом и знаниями в области онлайн-обучения. Это уже второй визит корейской делегации в нашу страну. Также нужно отметить, что программа по подготовке бакалавров в высшей школе будет пилотной. Специалисты разъяснят учащимся преимущества и возможности новой технологии блокчейн.